Работа комитета в 2015 году, она, собственно, была в русле той работы, которая проводилась уже с 2012 года, с тех пор, как был, была разработана и утверждена стратегия национальной политики Российской Федерации разработан план мероприятий по реализации этой стратегии, поэтому многие мероприятия комитета и законы, которые были рассмотрены за этот год, они так или иначе были в, вот как раз по реализации стратегии национальной политики. Там был закон, один из законов весеннюю сессию, который был внесен членами нашего комитета и, депутата, и членами Совета Федерации, касался создания консультативных советов при главах муниципальных образований по вопросам как раз-таки, вот, по межэтническим, межнациональным вопросам. Он был принят в весеннюю сессию. Потом у нас были внесены законы, которые наделяли правом культурно-национальной культурно -национальной автономии участвовать в адаптации вот, своих национальных диаспор, э мигрантов, которые прибывают в нашу страну в плане страновической подготовки, языковой подготовки. А затем значит, ряд законов находится в работе. В частности, закон о языках народов Российской Федерации, он касается русского языка, потому что в образовательной сфере русского языка как родного нет у нас, не существует. И, в принципе, дети не могут изучать в школах русский как родной. Он есть русский государственный, есть государственные языки республик Российской Федерации, и есть родные языки народов. Ну, к сожалению, не знаю, какие-то великие ученые в свое время прописали в стандартах, что родные языки народов России, кроме русского. И вот сейчас находится в работе, мы вот хотим, как есть замечание правительства, было замечание администрации президента правового управления. Ну, вроде бы сейчас надеемся, что вот весеннюю сессию мы все-таки этот закон добьем, и будет возможность каждого, как есть конституционное право, изучать и выбирать тот язык, который он хочет, и изучать его, как родной. Вот. Вообще я хочу вам сказать, что трудно проводить такую, будем так сказать, интенсивную законотворческую деятельность комитету, потому что у нас не было партнеров в правительстве. Вот сейчас весной только был указ о создании федерального агентства по делам национальности, появился партнер в исполнительной власти. Зачастую они являются инициаторами многих законодательных актов. И надеемся, что наша плотная работа с агентством, она позволит Многие вопросы ну, более легко проходят. А так иначе мы, нам приходилось сами депутаты комитета, инициировали многие законы. Ну, законы нужные были приняты. И, кстати, один из них, я считаю, очень важным, это был закон, по которому э, мы опустились как бы на муниципальный уровень, на землю опустились. Мы все говорим о вертикали власти, а люди живут в деревнях, в селах поселках, городах. И мы, в общем-то, с одной стороны, повысили ответственность глав муниципальных образований за недопущение конфликтов на межнациональной, межконфессиональной почве. И, с другой стороны, этим же законом определили людей или там подразделения какие-то, которые должны быть в муниципальных образованиях, которые занимаются вот этими вопросами. И это является базой для вот сейчас для федерального агентства в плане создания сети сети, в которой можно проводить мониторинг межнациональных отношений, не так, как было до сих пор, как бы мы знали среднюю температуру по палате или средняя температура межнациональных отношений по стране, а значит, э, трудно было, постоянно догоняли, догоняли уходящий поезд, многие события, вы помните, которые были, поэтому в этом плане сейчас есть, в общем-то, выстроена такая стройная и вертикаль, и горизонталь в этом отношении, и поэтому э, я думаю, что и та система мониторинга, которую предлагает федеральное агентство, она поможет нам более эффективно работать.